Хоккейная встреча между тимиртауским клубом и Орланом проходила на выезде в Кокшетау. С первых минут матча инициативу в игре взяли тимиртауцы, однако вырваться вперед хоккеистам удалось лишь на 23-й минуте встречи. Шайбу забросил Каркоцкий. В третьем периоде тимиртауцы удачным броском Фроленкова увеличили разрыв в счете, однако спустя 5 минут кокшетауцы одну шайбу отыграли. Впоследствии этот гол стал для Орлана последним. Под занавес встречи тимиртауский нападающий Лаксанин вновь увеличил разрыв, установив окончательный счет на табло. 3-1, победа Тимиртау. По словам тренера, этот результат – итог работы над своими ошибками. Мы проанализировали, то есть ошибки предыдущих двух игр, сделали коррективы, внесли в игру. Вот, и это дало свои плоды. Поэтому с сегодняшней победы мы попали в финал турнира. Завтра мы играем за первое место с командой «Кулагер». Будем стараться порадовать тимиртауских болельщиков победой.